Давайте мы как-то объединимся, я предлагаю просто перед концертом потанцевать. Вот так за час до главного танцевального шоу фестиваля «Hot Winter Сибири» приглашенный гость Евгений Папанаишвили начал свой бесплатный мастер-класс. Классно, это здорово, это танцы, это всегда положительные эмоции, это всегда заряд, это просто, даже знаете, после работы приходите на тренировку, как-то танцуете, и вроде бы уже как будто выходные прошли, это классно, это действительно. Для меня это, конечно, сюрприз, вроде бы вначале вот какое-то даже стеснение было, вы сами видели, не все хотели, а потом вообще показалось, что это все очень просто, все очень здорово. Все очень хорошо и красиво. Даже для души очень приятно. По словам московского артиста, красноярцы к танцам относятся очень легко. Даже не пришлось сильно стараться, чтобы вывести людей на танцпол. Что касается людей, абсолютно добрые, отзывчивые. Знаете, мне так... Я вот люблю так, когда, знаете, легкие на подъем. Не надо там вот это уламывать, уговаривать, что-то доказывать. Все, танцы, танцы. О, отлично. Улыбнулись, встали, пошли танцевать. Получив заряд положительных эмоций, гости отправились на долгожданное танцевальное шоу, которое организаторы мероприятия готовили со 2 января. Стоит отметить, что большинство людей, танцующих на сцене, любители и ученики школ танцев «Hot Winter». Концерт шоу в этом году получается более таким цельным, более интересным из-за сюжета, незамысловатого, но всегда любовь это такое. Это любовь вечная, и в этом смысле работы режиссеров чувствуется. Все очень взаимосвязано, все очень динамично, все гармонично. Поэтому в этом изюминка вот этого шоу. Сегодня состоится заключительная вечеринка фестиваля, а уже 8 января приглашенные артисты разъезжаются по своим городам. Но красноярских танцоров ждет сюрприз. Еще одна жаркая ночь на танцполе 9 января. Никита Бельский, Денис Шабанов, Красноярское время.